живут настоящие волшебники, а звери и птицы могут разговаривать, как мы с вами. Так не бывает. Выдумки все это. Детские сказки. Да нет же! Вот ты заяц лет. Хозяин этого поля набил соломой, нарисовал глаза, нос, рот. Ну просто писаный красавец! Спасибо! Я знал, что кто-нибудь обязательно оценит меня по достоинству! А вот у нас некоторые девочки тоже рисуют себе глаза. Они что, тоже пугают ворон? Да нет же, какой ты глупый! Глупый? Точно, это про меня! У меня есть масленка с машинным маслом! Я быстро! Помнишь?
Доказательство. Доказательство. Пикапу-трикапу. Или вы хотите, чтобы мы для доказательства вызвали летучих обезьян, Бамбара Чуфора? О, нет. Нет. Я вам велю. Уберите собаку. Она укусит меня. Кто разрешил приводить в мой дворец собак? Сюда нельзя. Зачем спрятаться за ширму? Кто вы такой? А где великий волшебник? Я и есть великий волшебник Оз. Но я думала, что волшебник — это живая голова. Я выполню все, что угодно, молодой фея. Столько лишений, ходьбы по пересеченной местности. И пожалуйста. Да я тебя сейчас проглочу. Успокойтесь. Фокусы — это не мошенничество, а высокое искусство. Так значит, вы не сможете помочь нам с Татоши вернуться домой? Почему это не смогу? Разве не я построил изумрудный город? Разве не меня называют великим и ужасным? Раньше я работал в цирке фокусником, испытывал восторг. Но никому, никому, никому не открывайте, что я великий обманщик. Итак, время исполнения желаний. Кто из вас от дня рождения? Вот уже который год. Позабыв о наслаждениях, в жизни чудо ждет. Кто из вас сияет тем сладкой мыслью, что вот замечательно, и что вдруг произойдет? Эй, вот тебе мозги, первосортные мозги. Твои настоящие друзья. И если мы все вместе скажем волшебные слова, то сказка придет в каждый дом, а твой дом окажется в сказке. Вы готовы? Тогда все вместе повторяем волшебные слова нашей сказки. Бамбара, Чуфара, Лорики, Йорики, Пикапу, Трикапу, Скорики, Морики. Как это замечательно, что самая волшебная страна